Считать по-нашему, мы выпили немного, не вруи Богу, скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то что с нам было с пяти бутылок? Вторую мили без прилавка за глоточки, но это были еще цветочки, потом в скверу, где детские грибочки. Потом не помню, дошел до точки, я бился с горлышка, с уставку и не евший. Я был как стеклышко, то есть остекленевший. А там, когда коляска подкатила, тогда нам было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили, но тут промашка переборщили. А что очки товарищу разбили, да кто ж портвейн усугубили? Товарищ первым сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, что разойдитесь. Но разойтись я, кстати, сразу согласился, то есть вошелся, ну и, конечно, расходился. Но если я кому ругал, карайте строго, но это вряд ли. Скажи, Серега, а то, что упал, так кто от помутнения? Орал не за горе, а от дупения. Теперь послушайте пару слов без протокола, чему вас учит семья и школа, что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется и, конечно, скажет. Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, так отпустите, то вам же легче будет. Чего возиться, коль жизнь рассудит? Вы не глядите, что Сережа все кивает, он соображает, он все понимает. А что молчит, так это ж от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Не забирайте, дома плачут дома детки, ему же в химки, а мне в медведки. А все равно автобусы не ходят, метро закрыто, такси не сонят. Приятно все же, что нас здесь так уважают, гляди, подвозят, гляди, их сажают. Разбудит утром не петух, брату Горегов, сержант подымет, как человека. Нас чуть с музыкой проводят, вот проспимся. Я руб заначил, Сережа, обохмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, но спи, Серега.